азарта и развлечений. Сегодня для вас новенький, свеженький секрет. Даже не секрет, а стратегия игры на игровом автомате Money Game. В народе его называют баксы, доллары. Вот мы видим классическое меню игрового автомата. Система игровая чемпион. Вот, вот кнопочка инфо для ознакомления. Вот. Ставочки. Вот. Максимально. И линии 9, 7, 5, 3, 1. Значит, наша стратегия будет заключаться в следующем. Играем мы по 9 ставке, 9 линий с первым умножением. И ждем, когда попадется выигрыш, который больше той ставки, которую мы потратили на игру. После этого мы повышаем ставочку, делаем 3 вращения барабанов по повышенной ставке и надеемся получить за это какое-то вознаграждение. Приступим. Выбрали 9 линий. Нажимаем старт. Поехали. Вот 4 кредита наш выигрыш. Играем дальше. 4 кредита не подходит. Дальше. Вращаем барабан. 3 десяточки дают нам 5 кредитов. Не то, что нам надо. 4. Нет. Дальше вращаем. Можно крутить неограниченное количество раз. То есть у нас много кредитов не снимается с нашего баланса. Поэтому вот 30 кредитов выигрыш есть. Забираем и повышаем ставочку. Повысим ставку, давайте до 180, да? Вот, вращаем 3 раза. 1. Вот, видим, сразу мы 180 поставили, 500 выиграли. Первый раз сработало. Забираем. Еще раз. Есть. 600 выиграли. 180 тех же поставили. Забираем. И третий раз. Третий раз, к сожалению, всего 100 кредитов выигрыш, при том, что 180 мы потратили. Все равно мы забираем. Вот меняем ставочку на первую и ждем. Ждем. Возможно, нам даже и бонус попадется. Вот. 2 кредита. Нет, не годится. Крутим. Дальше. Есть. Дальше работаем. Ничего. Как правило, автоматы выдают выигрыши. Вот есть 23 кредита. Забираем и попробуем повысить ставку. Давайте включим наши 180 кредитов. И 3 раза первый. Всего 100 заработали, при том, что 180 потратили. Второй мы видим более результативный. 300 заработали, 180 потратили. И третий раз 300 кредитов заработали. Меняем ставочку. Ждем дальше. Как мы видим, автомат выдает выигрыши сериями. Как только пошла какая-то выигрышная серия, вот, MaxBet нам не нужен, мы можем ей воспользоваться, выгодных для нас целях. Так, ничего пока, ничего хорошего нам не показывает, не говорит нам ничего о том, что пора поднимать ставку. Мы просто отдыхая крутим барабаны. Видим, что попалось 20 кредитов. Больше, чем 9, которые мы тратим. Значит, что ж, подымем. Подымем 180. Раз.
Вот, сразу 500. Забираем. 2. К сожалению, ничего. 3. 360, но тем не менее, это лучше, чем ничего. Переходим на первую ставочку и вращаем барабан. Внимательно следим, стараемся не пропустить какой-то более-менее выигрыш приличный, чтобы поднять ставочку. Так, ничего. Пока что ничего. 5 кредитов. Это не тот знак. Дальше. Спешить нам некуда. Вот 15 кредитов. С комбинация. 3 монетки. Заберем. Попробуем поднять. Поднимем. Давайте опять 180. Раз. 200. 20 кредитов. Сверху заработали, это хорошо. 2. Всего 100 кредитов заработали сверху. И третья. Будем надеяться, что она будет более результативная. 500 есть. Хорошо. Я считаю, что неплохо. Включаем первую ставочку. И таким вот образом продолжаем проверять нашу стратегию. 4 кредита. Нет, это не та сумма, с которой нужно начинать рисковать. 5 кредитов тоже. Просто забираем кредит и вращаем дальше барабан. А вот 20 кредитов говорят нам о том, что можно попробовать повысить ставку. Повышаем и делаем 3. Первый дает нам 200. Второй дает нам 400. Интересно, третий дал что-то или будет пустой? Третий дал 200. Ну, меняем ставочку. Дальше нам нечего тратить наши кредиты. Ждем. Ждем хорошей комбинации. 8. Ну, я считаю, что не надо поднимать. Видите, раз, пустая. Ну, 4. Ничего. Играем, отдыхаем, получаем удовольствие и ждем какой-то минимальный выигрыш, после которого поднимем ставочку в надежде что-то заработать. Ничего, к сожалению, пока что ничего. Вот есть 30 кредитов выигрыш. Забираем. Поднимаем ставочку. Давайте 270 поставим. Вдруг даст. И, о, хорошо. 750. Это первая круточка. Забираем. Вторая. 900. Отлично. Забираем. Третья. Третья не очень, но все же мы в плюсе, и это хорошо. Ставим первую ставку, таким вот образом продолжаем играть. Играйте, получайте удовольствие от игры, пробуйте ставить.